вашему вниманию человек, способствующий обладанием невероятного искусства держания на голове вот такой вот стиральной машины. Бартелло, объясни мне и моим подписчикам, как ты докатился до такой жизни, что сумел держать на лысине вот такую вот огромную стиральную большую тяжелую машину? Да как катился? Катился, наступил нога в мост, спотыкнулся и прискользился. Ты посмотри лучше, что они там сзади творят. Ну давай что-то. О, добрый день. Пацаки, ничего себе, первый раз в этой игре вижу такой паровоз огромный на этой рампе. Ё-моё, он машинистый, три машиниста, трубочиста. Брателло, вы трубы почистили в этом паровозе или нет? Да ты такого сказал, трубы в этом паровозе чистят трубочисты, а мы машинисты, мы не трубочисты. Мы чисто-чисто машинисты, но мы не трубочисты. Вау, ну это очень прикольно, братаны, пока дяди Вовы нету дома, боже мой, что здесь натворилось? Мега стиральная машина, ёлки-палки, тетя Наташа, наверное, не выйдет из дому. Братаны, ну-ка, давайте попробуем кто-то прокатаемся хоть как-то, ё-моё. Ну как это, что это за машинист, который не катается на паровозе? Ну-ка, друзья, 3, 2, 1. Не дай бог ты снова сожрешь этот паровоз жопой. Ну-ка, садись. Ну ты совсем не умеешь кататься, ну дурында лысая, ну ты должен был разогнаться по этой рампе вот так в конец коридора и запрыгнуть в стиральную машину, а ты сидишь, лежишь на рампе, а ну-ка, брателло, вот этот человек точно сумеет прокататься, вот смотри, как нужно, брателло, вот так, садишься аккуратно, ой, еще один дурачок, елки-палки, вот это, мне кажется, среди вас самый нормальный машинист, смотрите, брателло, как говорится, учись как надо, вот, смотри, хоппа, ой. Да что такое, я не понял. А, вот, а, его нужно было посадить правильно, вот так вот, на кабину, вот. Ой, то есть, погоди, стоп. Или вот так. Ох и блохи лысые, ох и вши лысые, садись. Ну не умеют кататься на паровозе абсолютно. Если вы не умеете кататься, я сделаю этот паровоз в 4 раза больше. Сейчас проверим, что оно получится. Братаны, это какой-то чуть-чуть Чарлис уже, это чуть-чуть Чарлис. Он за мной гоняться сейчас будет по коридору, смотрите, он что-то трусится. Ну-ка, братанчики, давайте испытаем судьбу сейчас. Ну-ка, садись. Ой, стой, не так посадил, вот так, садись. Ой, то есть паровоз сейчас переверну, погоди, стой. Ё-моё, что-то не получается. Ну-ка, садись. Ой-ой-ой, не получается что-то. Ну-ка, еще раз, садись. Ну-ка, ой. Ну так и сдал жопой, сожрал паровоз. Ну вот и все, вот и все дела, вот и порешали дела. Главное, чтобы сейчас не позвонил дядя Вова. Ой, у меня телефон звонит. Алло, да. Алло, это я, дядя Вова, вы что там, озверели, вы что, осатанели, вы малыши в желтом, я надеюсь, вы мой паровоз не сожрали там, куда вы дели мой паровоз, мне тетя Наташа сказала, что она смотрела в глазок и увидела, как вы жопой сожрали мой паровоз, что вы сделали с моим паровозом, не дай бог что-то с ним случится, я сейчас приеду, и не дай бог что-то случится с тем паровозом, я вам сказал. Братуха, у нас проблемы, а ты спать, да, ну ладно, поспи. Лысый, у меня один вопрос. Как тетя Наташа могла увидеть что-то в глазок, если здесь стоит стиральная машина? И вот так никак не пройти. И ничего не видно. Я не понял. Так это я как и Наташа рассказал. Она же у меня спросила, смотрела в глазок и спросила, блядь, что там происходит. Я ей взял все и рассказал. А зачем ты ей все рассказал? Зачем ты все рассказал тете Наташе? Так, а я думал, что это же не секретная информация. Вы гуляетесь, на паровозе катаетесь. А я сижу здесь на голове, держу стиральную машину. А почему бы и не рассказать? О, предатель лысый, ну все, я тебя забираю, не понял. Так это что, машина стиральная стояла и просто так, и без помощи твоей башки? Ну да, она просто так стояла, я просто сидел под ней и все. Так а зачем ты под ней сидел? Ну а что, уже посидеть нельзя? О, дуралеи, вот это да, во, один тапочек на троих, вот там, пожалуйста, не могут поделить. Фрисби есть, еще одна фрисби, кактус, тапочек и, собственно, вот такая вот юла. Итак, братаны, я вас сейчас научу играть в одну очень интересную игру. Смотрите, мне нужно вас посадить вот так вот четверых, вот так вот, и взять вот эту юлу. В общем, слушайте внимательно правила. Я вот так запускаю эту юлу, потом выхожу из кухни, закрываю за собой дверь, захожу обратно, и возле кого первого самого будет лежать эта юла ближе всего, тот получит кусок пирога из холодильника. Друзья, ну что, готовы? Я бросаю вот так вот эту юлу, выхожу из кухни. Когда я зайду, возле кого она будет лежать, тот и выиграл кусок пирога из нашего холодильника. Запускаю юлу, закрываю дверьку. Ну что там, крутится, мутится. Открываю. Ой, еще крутится. Ну ладно, закрываю дверьку, пусть еще крутится, мутится. Открываю дверьку. Опа, брателло, ты выиграл кусок пирога из холодильника. Я тебя поздравляю. Аплодисменты лысому человеку. У-ху! Брателло, есть маленькая проблемка. Нету у меня пирога, у меня есть кусочек огурца. Да ладно, не плачь, вот тебе киндер-сюрприз. Поздравляю, ты выиграл желток.
На, а тебе еще, чтобы не было обидно, вот такой вот кусок лучины. Клеим лучину на кабину и закрываем вот эту скотину, но уже без лучины, но с лысой кабиной. Ждем полного приготовления, ничего себе. Такое ощущение, что у меня над головой пролетело 30 килограмм какого-то пердячего вещества. Это ты летел, признавайся. А ну-ка стоять! Усаживаемся, делаем укладку, вот так вот делаем укладку. Видите, вот это настоящие мужские игры. Девушки с утра делают укладку волос в ванной, а мы делаем на кухне вот такую вот машину. Ха-ха-ха-ха. По производству взрывчатого лусь, хорошего, взрывчатого шипучего. А шипучего, потому что у вас уже говно забродило в ваших памперсах, потому что я не менял уже их 2 месяца. Вы уже шипучие, лысые, манюньки. Не поняла здесь, что за кинотеатр устроили, вот это да. Но хватит пердеть ему на ухо, смотри, он уже тебя даже не видит. Братаны, пришло время покушать, сейчас я вас буду кормить. Главное, не подглядывайте, этот уже, видимо, знает, о чем идет речь. 1 минуту, братаны, все будет, все включено. Присаживаемся, вот так вот, опускаем черпачок, вот так вот. Ну, вот так. О, захватил, вот это захватил, ой, хорош. Вот так вот, ням, а ты не будешь, да, ну, покушай, вот так вот. Ням-ням-ням-ням, ой, ему не понравилось, ну-ка тебе, если ням-ням-ням, вот этому дурачку понравилось, вот этому, я ему на голову разлил вот этот черпак, брателла, ну не переживай, там все равно какали все твои братья, там чужого какашек чужих нет. Садитесь в стиралочку, братаны, вот это будет очень-очень-очень экспериментально, очень интересно. Потому что я хотел проверить, как они будут крутиться в этой мега-стиральной машине, друзья. Кто досмотрел видео до этого момента, обязательно поставьте лайк на видео и напишите комментарий «Мега-стиральная машина». Так я буду знать, что вы смотрите мое видео от начала и до конца. Итак, друзья, начнем. У нас еще очень много впереди всего, еще 2 осталось. Ну-ка сейчас попробуем, что оно получится с этого. Вот это да, боже, сколько их там засунул уже человек, 10 в этой мега-стиралке. Кстати, друзья, если вы хотите, чтобы я в следующем видео тоже создал еще больше стиральную машину и засунул туда еще больше малышей, напишите это тоже в комментариях. Но мне кажется, что-то их маловато, можно добавить еще. Ой, сейчас пирамида рухнет. Ой, рухнет пирамида, мне такого не надо, мне нужно провести этот эксперимент туда. Ой, хорош, друзья, но мне кажется, ой, все, ну не надо, все, давайте вот так, вот так, вот так, все вот так. Хорош, всех получилось, ой, один остался, ну ладно. Все одного ждать не будут, смотрите, боже мой, это первый раз на моем канале такое происходит. Вот это да, как они интересно выстрелят, вот это очень интересно. Ну-ка, торжественный момент, ой, хорош, просыпались, братаны, вот это круто было. Ё-моё, вы знаете, мне этот эксперимент очень понравился. И у меня еще одно такое появилось, такая идейка. Если я туда, сейчас я всех засуну и увеличу им головы. Или просто их увеличу. Сейчас посмотрим, что будет. Ну-ка, вот так, сначала их всех вот так. А теперь вот так вот, смотрите. Во, ой, в смысле, они взорвали. Они все взорвались. Я увеличил им головы, и они все взорвались. Ё-моё, воинопланетянины лысые. Ну-ка, сейчас мы их всех поскладываем. Поскладываем, поскладываем. Вы не переживайте, друзья, все получится. Кстати, я эту стиральную машину реально хочу увеличить еще в 20 раз. Но мы постараемся сделать это в следующем видео, если вы напишите это в комментариях. Так что, друзья, не переживайте, все сейчас получится. Этих головастиков сейчас постираем. Они будут как новенькие с магазина. Закрываем. Хорош, никто не свалил. Ха-ха-ха. Мега-стиральная машина. О, крутятся. Крутятся, крутятся, мутятся, крутятся, на лаве размутятся, крутятся, мутятся. Вот это, братаны, сейчас торжественный момент. Итак, ой, хорош. Ну, это очень, мне это очень сильно нравится, если честно. Ну-ка, последний раз сейчас проверим, что оно получится. Боже, как мне нравится, как они крутятся. Ну, это просто какой-то прикол. Я обожаю на это смотреть. Да ты не туда. Ой, а что? У этого голова кружится. Эти вообще там крутятся. Боже мой, что здесь происходит? Братаны, не спешите. Все, ой, я его лысиной в потолок случайно зарядил. Не понял, это что такое? А как это получилось? Смотрите. Он засунул голову в отверстие для писем. Я не пойму, что это такое произошло. Чё-то вы какие-то скученькие. Надо вам что-то такое приодеть на вас. Сейчас попробуем. Пчелы! Братаны, пчелы поразлетались! Ё-моё! Мне нужно срочно их всех собрать и вот сюда. Ой! Ё-моё, 2 пчелы залетели в стиралку. Ну, капец, ну я не знаю. А, 3! Ну-ка, залетайте, братики. Во, вот это пчелы. Сейчас вот это. Давно мечтал вот так вот пчел этих вот так вот засунуть в стиральную машину. Смотрите, каких там много. Вот это меда будет. Вот это меда мне принесут. Друзья, я вас отправляю в стиральную машину за добычей меда. Не дай бог, вы мне не принесете оттуда мед. Я вам сказал, где хотите, там и берите мед. Я хочу мед. Я хочу мед. Друзья, если вы тоже хотите мед, обязательно напишите в комментариях. Я хочу мед. Ха-ха.
И если вы хотите, чтобы они мне принесли реально мед, напишите, я хочу мед. Лысый, ты не бойся, я не вышел из здравого рассудка. Просто мне очень интересно, если вам дать вот такое вот задание, чтобы вы мне принесли и раздобыли мед. Так я смогу проверить, вы специальные агенты или нет. Ну-ка, закрываемся, лысый. Ну ладно, у тебя мед я не буду просить. Но вот эти, которые там крутятся, они мне сейчас добывают мед. Ха-ха-ха-ха! Добытчики меда крутятся! О, крутятся, мутятся! На мед размутятся! Ну-ка, братаны, где мой мед? О, я понял. Никакого меда не будет. Мед отменяется. Итак, друзья, спасибо, что вы со мной посмотрели, как эта мега-стиральная машина постирает этих лысых. И это видео понемножку подходит к концу. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю. Ждите мою новую следующую упоморочительную интересную серию. Ставьте лайк на видео, подписывайтесь на канал. И увидимся в новом интересном видео. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю.